Высший совет курдов в Сирии поддерживает проведение международной конференции «Женева-2» и намерен в ней участвовать. Так заявил глава курдской делегации, официальный представитель Высшего совета курдов в Сирии Ахмед Сулейман. Революция должна быть в первую очередь мирной, чтобы достичь требования сирийского народа в реальных изменениях, чтобы государство стало демократическим. Однако что произошло? Произошло вооружение, независимо и вопреки желанию воли сирийского народа. Также существуют международные силы, стороны, которые не хотят, чтобы Сирия была свободным, цивилизованным и демократическим государством. Они толкают народ на вооружение, на то, чтобы... И они понимают, что все это затянет, приведет к затягиванию сирийского кризиса. Но мы всегда считали, что политическое решение это самый лучший способ, может быть, единственное решение для кризиса в Сирии. Решение силами безопасности ни к чему не приведет в Сирии, а международное сообщество должно нести свою ответственность и выполнять свою роль, гуманитарную и моральную роль в отношении того, что случается в Сирии, вот этих всех убийств и разрушений. Мы считаем, что любой шаг в направлении того, чтобы найти политическое решение, для Сирии это будет правильным. Поэтому мы считаем, что конференция «Женева-2» будет не концом, но она будет, будет шагом, чтобы нарисовать эту карту движения для политического процесса в будущем в Сирии. Мы желаем, чтобы все стороны согласились на участие в этой конференции и чтобы она удалась. Я считаю, что каждый, который хочет добра Сирии, должен подготовиться к этой конференции в Сирии и участвовать в ней, поскольку провал конференции «Женева-2» будет дополнительной возможностью для продолжения насилия в Сирии. Ахмед Сулейман также сообщил, что сирийские курды не намерены ставить вопрос о своей независимости и подчеркнул, что они являются частью сирийского общества и народа. Все силы курдские говорят о том, что необходимо решение этой проблемы, предоставление законных прав курдскому народу в рамках сирийского государства. Поэтому курды наиболее стремятся к единству всей Сирии, сирийского народа, но вместе с тем с обеспечением их требований и прав всего общества, а также их конкретно курдских прав. Мы подчеркиваем, что мы настаиваем на том, что мы сирийцы, однако мы курды, у которых есть права в Сирии.